Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня хочу вас познакомить еще с одним биноклем немецкого производства. Вот в такой коробке он приходит. Называется он Leica Ультравид 10x25 Silver Line, серебряная линия. Приходит он в такой вот коробке. Вот. Открываем. Внутри стандартная для Leica коробка серебряного цвета. Ну, со всех сторон вы видите этикетка с названием модели бинокля, эмблемой, штрих-код. То есть ничего обычного. Обычная стандартная коробочка. Далее мы открываем. Так, что мы тут видим? Видим мы здесь сверху поролоновая прокладочка серого цвета. За ней лежит сумочка. Сумка сделана из чистой черной кожи. Так, дальше что у нас там внизу? Внизу инструкция на всех языках. Даже на русском есть инструкция. Также тряпочка есть для протирки. Дальше. Смотрим, что там в самом низу. Внизу ремешок для этой сумочки. Тоже выполненный из чистой кожи на карабинах. Очень удобный. Это. Далее. Посмотрим повнимательнее на сумку. Так. Сумка с магнитиком. Магнит является замочек. Очень удобно. Открывается. Раз и все. Смотрите, сверху черная кожа, а внутри выполнена красным бархатом. Довольно-таки элегантно и красиво. Вот сам замочек, сумочка с такими развяжными кожаными пропонами. Далее. Так, закрыли сумочку. Дальше переходим, рассмотрим бинокль. Ну, про бинокль тут уже много нечего говорить. Это наглазники, крышки наглазников, бинокль, объектив 25 миллиметров, кратность 10 крат, тип призм, руф, диаметр выходного зрачка 2,5 миллиметра. Заполнен также азотом, алюминиевый сплав с кожаным покрытием, очень легкий. А вот здесь сейчас я показываю кнопку, это диоптрийная настройка. Так можно подстраивать диоптрии от минус 3,5 до плюс 3,5. Минимальное фокусное расстояние 2 метра. Поле зрения на 1000 метров 90 метров. Он также влагозащищен. Размеры его 60, 114, да, длина на 36. Довольно-таки легкий он. Вес его 255 грамм. Гарантия немцы дают на него 25 лет. Вот. А я для него шил более удобный такой чехол. Знаете, везде таскаю его на ремне. Это из чистой кожи свиной, или как она там правильно называется. Вот. У меня сосед по дому, он занимается кожей. Я попросил, он снял размеры и сшил мне поясную сумку. Я ее называю, такая, знаете, походная. Всегда очень, не надо через плечо ничего вешать, просто в ремень вставил и пошел. Довольно-таки очень удобная. Вот, посмотрим. Вот видите, раз, закрыли и вперед. А сейчас я еще вам покажу, я уже показывал видео с этого бинокля, но сейчас покажу видео с адаптера через бинокль. Сделаю короткие видео с цифровым увеличением и без цифрового увеличения. Запись буду производить телефоном Honor 20.